Одним из первых на избирательном участке номер 65 в Жанаузине проголосовал аким Мангыстауской области Бауржан Мухамеджанов. Недавно назначенный аким еще не зарегистрирован в избирательных списках региона. Он заранее получил открепительный талон в Астане. Я счел для себя необходимым быть в этот день здесь и вместе с горожанами проголосовать, участвовать в голосовании и проголосовать. И на этом участке, вы знаете, я свой голос отдал. Что хотелось бы сказать. Вы знаете, многие думают о том, что участие в выборах это прежде всего необходимо для той или иной политической партии или правительства, государства в целом. Безусловно, это необходимо, но я думаю, что это также необходимо для каждого человека, для каждой семьи. Почему? Потому что тем самым гражданин нашей республики, он осуществляет свои конституционные полномочия и выбирает путь развития нашего государства.